22 тысячи человек эвакуировали с музыкального фестиваля в Барселоне. Прямо посреди концерта там вспыхнула сцена. Из парка де Канзам правоохранители быстро вывели людей, никто не пострадал. Организаторы назвали причиной пожара техническую неисправность. В то же время очевидцы называют возможной причиной возгорания пиротехнику, которую использовали в одном из выступлений музыканты. По их словам, сцена буквально взорвалась.